Всем привет, друзья! У микрофона Дмитрий Феникс, и давненько я не писал никаких подкастов, и вот я решил запилить такой звуковой аудио-подкаст. В этом подкасте я бы хотел такой небольшой дополнительный итог, так сказать, к концу года, уходящего 2013 года, подвести, потому что в том подкасте я больше говорил о праздниках, поздравлял людей с Новым годом, с Рождеством. В этом году я открыл свою статистику и уже могу говорить, так сказать, смело, что на моем канале уже общее количество просмотров на канале за все время — это где-то уже 700, почти 50 тысяч просмотров моего канала. Это говорит, ну, уже не о малом точно, и это очень здорово, потому что люди приходят из разных источников, потому что за все эти года видео добавлялось на различные ресурсы. Это круто, это очень круто. Блин, реально, когда я открыл, увидел цифру, думал, ну нифига себе, ну думал, ну ладно, там 300 тысяч пусть будет, там 400 тысяч, но 750 тысяч общих просмотров — это круто. Некоторые видео до сих пор набирают обороты, некоторые видео уже там по 30 тысяч, некоторые уже там за 30 тысяч. Это очень здорово, и, блин, реально, рад тем людям, которые приходят, комментируют, лайкают. Некоторые уже вижу, люди добавляют мое видео на какие-то другие ресурсы. Это тоже очень здорово. Некоторые люди комментируют, некоторые люди помогают. Ну, потрясающе здорово, что рад тому, что занимаюсь, так сказать, это, так, ну, для меня, чисто для меня это хобби, и я рад, что в своем хобби я сумел попасть на различные другие источники, где я принимал участие на различных проектах, где своим голосом я что-то озвучивал, что-то комментировал, что-то записывал. Ну, здорово. За эти года можно вспомнить многое. Были какие-то коллективные прохождения. За это время я познакомился с различными людьми, которые живут, так сказать, на нашей земле в различных точках мира. Это тоже потрясающе. Больше всего, конечно, удивило, что были несколько людей, которые прям, некоторые, так сказать, люди с Азии, которые предлагали, кстати, свои проекты, но, к сожалению, языковой барьер, к сожалению, нам мешает что-то это, можно сказать, привести это в действие. И, ну, блин, конечно, знание языка — это действительно, это сила, и в будущем, возможно, даже как, может быть, решусь пойти на какие-то специальные курсы на подтягивание там английского языка. Это действительно очень интересно, и в жизни это действительно очень помогает. И, блин, за это время офигеть сколько. Это уже получается 1000 видео только на моем канале, плюс если прибавить туда те проекты, которые я занимался на других интернет-ресурсах, то это, блин, это 1000 с чем-то видео. Ну, прикольно, очень здорово. И я очень рад тому, что люди приходят, люди смотрят, люди оценивают. Есть негативные отношения, есть позитивные отношения. В конце концов, это интернет, и пока нас еще не ущемляют, так сказать, в наших правах, вы можете высказывать свободно свою точку зрения и говорить, что вы об этом думаете. Это очень здорово. Ну и видно то, что, так сказать, есть народные СМИ, так называемые, где показывают нам новости, рассказывают, показывают какие-то фильмы, сериалы какие-то, да. А есть на Ютубе такие каналы, где делают тоже свои собственные какие-то проекты. И эти проекты начинают подтягивать молодых, так сказать, людей, которые заинтересованы в этом не за большие зарплаты, конечно же, а просто за идею. Это, блин, таких проектов сейчас стало очень много.
Помимо там, я не говорю там брать какого-нибудь канала Карамбы, где там, да, там есть какое-то финансирование большое, там серьезное. А есть маленькие проекты, что-то типа каких-то таких сериалов. Может быть, с одной стороны, они какие-то глупые, но это очень здорово, что они, так сказать, появились какие-то звезды. Брать каких-то, да, там, ну, чисто наших каких-то там, допустим, взять какого-то Мэдисона, там, Хованского, да, какие-то уже интернет-звезды появились. Это очень здорово, это очень прикольно. На Западе, в принципе, это уже фигня вся давно началась, и там даже если говорить в тематике, да, летсплеев, на Западе есть такой человек, по-моему, PewPie, по-моему, его ник, он уже как-то, парень начинал, в принципе, и занимается до сих пор летсплеями, который очень сильно популярен, и, так сказать, это уже тренд, марка, которая продается, которая покупается, и люди приходят почти как в магазин за этим продуктом. Это очень здорово, и у нас начинают такие люди появляться, которые уже, можно сказать, ну, сказать, гастролируют. Ну, можно сказать, да, гастролируют. Возьмите того же самого Нефёдова, да, там, который ездит с какими-то программами, делает что-то для людей, кому это интересно. И причем я заходил на канал, допустим, Нефёдова, видел, как туда приходят люди, и видно, что этим людям действительно интересно, и они заинтересованы. И причем такие мероприятия проходят не только в одной России, они приезжают в другие города. И плюс ко всему, можно сказать, ну, можно сказать, да, так, что появляются звезды, звезды Ютуба. На Ютубе можно, мы, кто не замечал, что в конце года Ютуб подводит номинации там за лучшего молодого летсплеера, за лучший какой-то там видео, за там, ну, различных номинаций у Ютуба в конце года очень много, и туда попадают наши проекты. Это очень здорово. Различные программы, где какие-то смешные программы, где какие-то приколы, где какие-то там новостные блоки, реально какие-то ресурсы, допустим, все сейчас, вот сейчас популярная тема обсуждать wargaming.net, ихние, так сказать, дотанки. Появляется, вот я очень много встретил ресурсов, которые занимаются именно этими танками. Одни, вот я, может, ну, неделю назад общался с людьми, которые занимаются именно стримами по этим танкам, которые прям вот, ну, можно сказать, профессионально, а может и не можно сказать, по-моему, слишком можно сказать, слишком много говорю. Ну, в общем, они занимаются этим как-то профессионально, что ли. Ну, очень большой просмотр у них, этот проект продвигается, и с каждым годом Wargaming радует нас. Хоть я не очень люблю эти танки, у меня были стримы, и я играл в эти танки, но мне не очень нравится, но мне нравится то, что и какие-то на наши проекты, русскоязычные проекты, которые идут туда, на Запад, и не только на Запад, еще на Азию, Китай, тот же самый, да, в Китае очень, я офигел, когда узнал, что вообще в Китае танчики стали вот эти варгейминские очень сильно популярны, там вообще дикие самые фанаты, которые вот развивают эти MMORPG, который все же оттуда это идет, и наоборот, обычно оттуда идет какое-то, да, там количество суда к нам, а тут наоборот к ним, и проект очень хорошо такой, неплохо себя там показал, очень здорово, и появляются новые проекты. И самое интересное, что мой канал, именно говорить, если про меня, появляются какие-то проекты. Некоторые просят какую-то рекламу дать, некоторые просят, напиши там какой-то текст, напиши какой-нибудь вот обзор на это, напиши вот на это. Причем самое меня что удивило, что недавно мне
писал человек, они продвигают какой-то проект какой-то браузерной игры и просили сделать обзор, просили наложить какой-то текст, какую-то новость сделать. Это очень прикольно. И, блин, ну, то есть я имею в виду то, что не обязательно шпаклевать эти летсплеи без остановки. Когда-нибудь вам просто это наскучит. И вам захочется, ну, что-то, что-то другого, что-то мне так, да, как-то мне это надоело, с одной стороны, да, и что-то хочется другого. И появляется вот такое разнообразие, это здорово, это приносит жизнь своему проекту, потому что, когда вы начинаете канал, открываете, регистрируете, называете его, это получается ваша марка, по которой вас будут узнавать, и если заниматься именно одними летсплеями, ну, наверное, можно сказать, опять начинаю говорить, можно сказать, можно свихнуться просто, ну, чисто если это все делать, если представить вообще человека, я вот, ну, допустим, давайте возьмем какого-нибудь Black Silver Fu, да, у которого... Посмотрите на 13-й год, когда еще YouTube не вел это все дело, у человека просто по расписанию выходили какие-то вот эти летсплеи, вот завтра там в 3 часа дня появится там 9-я серия по Скайриму, и люди приходят, как, я не знаю, ну, как это было в старину, когда мы включали центральное телевидение, брали и хотели посмотреть какой-то фильм, и брали какую-то газету, открывали ее, смотрели там в 22 часа по Первому каналу, да, там, допустим, будет какой-то фильм. Ага, значит, в это время я включу. И то же самое я сейчас замечаю, что вот такие большие, гигантские проекты, типа Black Silver Fu, да, и другие знаменитые летсплееры, они уже начинают в таком масштабе. Ну, на самом деле, это очень сложно все. Хоть и там, да, что там, типа, сделать летсплей, это фигня, все взять, сидеть, играть самому, говорить без остановки, там, я смотрел, как там Хованский сначала высказывался в сторону Black Silver Fu, что вот, сидит человек там, да, а он пишет без остановки, как можно вообще 2 часа, играя в Skyrim, говорить без остановки, ни разу не затыкаясь. А вот я такой крутой, и у меня совершенно... Ну, потому что тематика другая, и ему интересны игровые там вот эти все, да? Ему интересно заниматься этими летсплеями, ему интересно это не только для себя, ему интересно, чтобы вы на это внимание обращали. У Хованского это совершенно другое, это троллинг, это такой, скажем, черный пиар. Таких людей, ну, разновидностей, мне про что я сейчас говорю, разновидностей появилось очень много, одни как-то вот так пиарятся, другие, наоборот, пытаются как-то, может быть, моделизировать это слово Let's Play, превратить его в большую какую-то превратить его в новый, хотя это очень сейчас сложно сделать, потому что разновидностей, в принципе, очень много, и если сейчас посмотреть вообще, если вот говорить о летсплеях именно по какой-то там определенной игре, все идут почти в одном русле, это начинается все с интро, допустим, да, или не интро, ну, дальше начинается, как начинается видео, это приветствие, и дальше уже идет спонтанно заканчивается, там запускается еще какое-то видео, это очень здорово, вот, появляются какие-то обзоры, появляются, допустим, я иногда захожу на morpgsu.su, где иногда, может быть, какие-то новости посмотрю, может быть, посмотрю какие-то рубрики. Действительно, ребята очень интересным делом занимаются. Показывают именно вот эти вот новые игрушки, там, когда только появился какой-то архечик, когда наткнулся на них, увидел, как там, что они делают. Тоже их большое количество людей смотрит. Но помимо них, конечно, есть еще другие много людей. Это очень здорово. Появляется конкуренция. Что самое тоже главное, это конкуренция. Здоровая конкуренция.
И это прикольно, и появляются спонсоры, по-видимому, на такие вот мероприятия появляются спонсоры, и на этом я видел, что... А я вообще офигел, что, посмотрев на Нефёдова, как он этим всё занимается, не знаю, не каждый бы смог это на самом деле делать, потому что, ну, это долбанись, это каждый раз ездить, куда вот человек помимо этого, он этим живет. Он этим живет, и ему это в кайф, а взять других людей, да, там, они бы, наверное, уже бы прекратили это делать, потому что помимо этого, это же все дело на показ, не каждый бы это смог, это все, ну, я не представляю просто по себе, потому что есть своя жизнь, там, работа, да, и все такое, а здесь надо этим жить, ну, блин, ну, удивительно на таких людей, конечно, смотреть, с другой стороны, как-то жалко, что ли, но, блин, ну, нереально никакой собственной жизни, блин, ты, ну, с другой стороны, прикольно, наверное, тебя там где-то узнают, там что-то, фотосессия какая-то появляется. Я офигел, когда посмотрел Нефёдова, там после концерта они реально приходят люди, конечно, эти люди там от 13 лет плюс, да, там приходят на эти мероприятия. Ну, это здорово. Это здорово, потому что такие люди, как Нефёдов, допустим, они вытаскивают этих людей, молодых людей, которые не будут где-то шататься, жрать пиво где-то в подъездах, курить травку или что-нибудь там в этом роде, да. Они придут к Нефёду, заплатят там, я не знаю, 100 рублей, посмотрят его, попоржут, подойдут, Нефёдов им там распишется на майке. Это прикольно, это очень здорово. Побольше бы, кстати, бы таких людей. И не знаю, сколько это вообще будет такое вот существовать, и такие люди, ну, вообще, как? Да, ты представляете, это каждый день вот этой всей фигней страдать, что-то придумывать, куда-то ездить, где-то организовывать. А менеджмент тот же самый появляется. Я вижу, что он же не сам один этим занимается, да. А ему помогают люди. Это прикольно, это уже какой-то проект, который их кормит. Они этим занимаются, он их кормит, и, видимо, наверное, раз он так уже столько времени этим занимается, видимо, значит, приносит какие-то деньги. Это прикольно. Это прикольно. Помимо того, что сейчас по статистике Ютуба очень за 2013 год очень большое количество появилось просто чисто летсплееров, которые, я помню, когда где-то, наверное, летом или после лета, наверное, мне в личку очень много было предложений по каким-то, давай, типа, вместе снимем, давай, там, вот, какое-то видео снимем. Ну, это очень здорово, потому что люди тем самым общаются с друг другом, и не бойтесь, когда... ну, не знаю, как раньше. Раньше было на Ютубе, конечно, по-другому немножко. Там, типа, вот у меня есть партнерка, я такой крутой, теперь я могу написать кому угодно и снять с ним видео. Ошибочное такое тоже мнение, да. И я помню тоже, когда получил партнерку, думал тоже так же, что сейчас вот я получил партнерку, там у меня было где-то 600 подписчиков, что ли, что-то в этом роде. И думал, что сейчас я вот... И помню, как я какому-то человеку написал, что-то предложил, у меня была идея по какому-то кооперативу, по какой-то игре. И тут мне видно, что человек этим уже давно занимается, видно по нему, что он там типа, ага, вот, сейчас я тебя типа пиарить, думаешь, на мне пропиариться там, что ли? Ну, появляются такие жмоты, конечно, тоже. Вот. Но, с другой стороны, какого фига он меня должен там продвигать, да? Лучше, я уже в одном из своих подкастов говорил, лучше объединяться в какие-то такие альянсы маленькие, если у вас там 500-600 подписчиков, находить таких же людей, вы вместе что-то объединяете своих и его подписчиков, у вас появляется такой альянс, к этому альянсу подключать еще там какие-то проекты, находить еще каких-то там интересных людей, и потихоньку-потихоньку может что-то и выйти, почему бы и нет, почему бы не попробовать, все равно вы ничего не потеряете, все равно это все творится в интернете, чем вы занимаетесь. А я помню, как мне предложило партнерство
проект, они занимались что-то такими, типа черным юмором, черным приколом, такие, ну, чисто прикольные видосы выкладывали, там, с обсуждением каких-то каналов, там, речь шла о не о взаимоподписке, а о моей группе ВКонтакте, чтобы я разместил рекламу и чтобы они разместили рекламу. Это тоже очень сильно помогает, кстати, в плане того, кто не знает, как и где еще найти подписчиков, добавляйтесь, объединяйтесь вместе. Вместе, так сказать, будет намного веселее. Вот. Так что объединяйтесь и делайте какие-то альянсы, будет прикольно. Вот. Ну и подводить итог уже надо. Я сколько уже 20 минут наговорил? Я не знаю, вот честно, поначалу как-то было очень много людей, там типа, да нафига ты там это делаешь, ну это, то. Ну не знаю, появляется у меня свободное время, я это делаю, появляется у меня там свободные минуты, я беру лист и пишу, появляется у меня еще, у меня, знаете, как бывает, я могу после работы приехать, включить какой-то там, я не знаю, сериал, или там, я не знаю, просто на ютубе какое-то видео, потом мне что-то может прийти в голову, я возьму лист бумаги, запишу это, отложу это, а потом подумаю, да нахрена мне это надо, да кому это нужно, уйду куда-то, и потом через какой-то там промежуток, там, не знаю, через 2-3 дня найти этот листок, что-то добавить туда, потом в итоге хопочки, а получается действительно интересно, а почему мне это не выложить, а почему бы и нет, на это увидят люди, это оценят. Конечно, очень много троллинга, это интернет, я понимаю, очень много троллинга, хотелось бы побольше адекватности, побольше такой критики, что ли, не знаю, ну, было бы интересно, но все так, когда вот такой у меня прям пик был после лета, прям большой старт, там вообще, прям вообще пошел, столько мыслей было, столько все, видео почти там каждый день выходило, и прям реально вот статисты, которых я слушал на ютубе, которые говорят, если вы выкладываете через день, каждый день или через день какой-то промежуток видео, к вам приходят на канал и вас действительно смотрят, и это действительно статистика показывает. Я уже через аналитик тоже посмотрел. Действительно, это приносит подписчиков, это приносит людей, которые вас смотрят. Главное просто цель какую-то, что ли, поставить для этого. И не бояться это выкладывать. Это будут и троллить, это будут и пиарить, и антипиарить, и тем более я уже, так сказать, за свое, так сказать, существование на ютубе я многое пережил, и так с разными, так, можно сказать, с разными людьми пообщался, я уже на это так не реагирую, как раньше, у меня уже, так сказать, опыт на плечах есть, я уже знаю, как обращать на это, на каких людей обращать внимание, на каких не обращать внимание, вот. Очень здорово, что YouTube все-таки немножко отдумался, наверное, и чуть-чуть своими нововведениями отложил, и, так сказать, дал небольшой вздох нам, людям, которые выкладывают обычные летсплеи, может быть, в каком-то роде некоторые ресурсы поняли, что мы даем им какую-то рекламу, им даем какой-то пиар, вот, и посмотрим, что нам YouTube дальше предложит. По крайней мере, мне уже очень здорово и интересно, что я поучаствовал в различных больших проектах. Ну, как больших, не очень больших, гигантских, но таких, которые посмотрел там около там, 10 тысяч человек, там, допустим, и высказал какую-то свою точку зрения. Это очень здорово, это очень весело, и действительно это хобби, когда люди объединяются, делают что-то, это, и действительно, когда это, особенно это когда нравится людям, и потом раз, второй, давайте еще запилимся дальше, посмотрим, что будет, и действительно это очень прикольно, потом мысли кончаются, ну, потому что не профессионал, потому что мы не знаем, как нам идти дальше,
попадать, так сказать, я говорил про альянсы, попадать в какой-то альянс, где уже побольше людей, довольно сейчас пока что сложно. Потому что, знаете, когда вы приходите на работу, от вас требуют какие-то, ну, навыки, да. А когда ты приходишь, ты говоришь, да я вот такой-то сякой, да, там у меня... Говорят, слушай, а ты вот это умеешь? Я с этим ни разу не сталкивался. Ну вот, извини тогда. Вот, было такое пару раз. Были несостыковки у меня в конце 2013 года, конечно. Один из проектов, который предложил, ну, сотрудничать, но немножко мы, так сказать, друг друга не поняли. Вот, но вышло бы, может быть, что-то и вышло бы. Ну не знаю, по крайней мере... Не знаю, чем они сейчас занимаются, но это вообще абсолютно не моя там тематика была, и заниматься киберспортом, то есть это все комментировать, записывать, куда-то ездить, брать интервью, ну, я не для этого, я немножко не так. Немножко не в это русло смотрю. Вот, так что как-то так, надеюсь, вам было интересно это слушать, живите мирно. Ну, старайтесь по меньшей мере не орать, не агрить друг друга, и тогда будет все прикольно. Все переводить все в юмор, это проще. Посмеялись, похохотали друг другом, это здорово. Это смех продлевает жизнь. Смотрите новости, новостной блог сейчас пополнится довольно. Сейчас буду экспериментировать со звуком, смотреть новостной блог. Будет что-то, может быть, выходить уже в более частном режиме. Посмотрим. Микрофон был Дмитрий Феникс. Это был январский подкаст. Всем удачи, всем счастливо. Не болейте.